Уже три дела о конфискации транспортного средства у водителей, повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, рассматривают в Еврейской автономной области. Речь идет о поправках в закон, согласно которым значительно ужесточилось наказание за управление машиной в пьяном виде. Вступили они в силу с июля текущего года. Теперь нарушителю грозит не только крупный штраф или возбуждение уголовного дела, но и изъятие транспортного средства. Всего с начала года на территории области зарегистрировано около 400 случаев вождения в состоянии опьянения. Более того, 120 человек, помимо этих 400, отказались от медицинского освидетельствования, что приводит впервые к лишению водительского удостоверения, привлечению к административной ответственности, а в последующем привлечению к уголовной ответственности по статье 264 прим. 1. Для выявления и предотвращения случаев пьяного вождения сотрудники правоохранительных органов постоянно несут дежурство на дорогах автономии. Помогают в борьбе с нарушителями и камеры видеонаблюдения. Инспекторы ГИБДД напоминают жителям области, что во избежании жертв на дорогах нельзя садиться за руль в состоянии опьянения. А в случае необходимости лучше воспользоваться общественным транспортом или услугами такси. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21.